Какие-то негодяи опять поджали меня тут. Приперли мою машину. Что за люди, а? Вот как я буду выезжать? Вот кто за этой машиной еще сидит-то, а? Ну вот, короче, ребят, приехала я домой. Машину-то поставили, уберите отсюда, блядь. У вас все нормально вообще? Да. Я поняла. У вас уберите проблемы машину, какие-то? Что сидите тут? Да нормально стоим. Чё? Нормально чё разговаривайте? Как стоите, что за проблемы? Слушай, Юр, ездить чё не умеешь? Можешь, пожалуйста, разобраться? Сейчас, помоги, пожалуйста. Что за приколы чё вообще? Поговорить что ли? Чужой! Че, вопросы какие-нибудь еще есть? Нет, больше нет. Извините. Оля, можешь костяшки поблизывать? Костяшки хочешь, можешь пооблизывать.